я болею за «Локомотив» с 2018 года. Откуда ты родом? Из Саратова. А как так получилось, что ты болеешь за «Локомотив»? Ну, не знаю, как-то после чемпионата мира, вот игра Мирончуков, и вот пошло все это. Did you like? Ты сегодня выводила Изидора на поле. Какие у тебя впечатления? Я очень рада. Нам удалось пообщаться по трибунам помещения. Он меня приобнял, спросил, как у меня дела. Я спросила, вот понравился ли ему подарок. Он сказал, очень. Расскажи про подарок как раз. Очень интересная идея, как она тебе пришла, как долго ты его делала. Из-за вот ухода Бека, они были друзьями. Я подумала, ему будет очень приятно, если ему такое подарят. Ну еще и у него чувство юмора хорошее. Вот решил именно в шарже это сделать. Самый памятный матч «Локомотива», который тебе запомнился больше всего? Не знаю, наверное, мой первый матч с «Галатасарайм» в 2018 году. Вот, когда я пришла первый раз на стадион, вот эти все эмоции. Вот, и мне тогда Смолов подарил еще футболку. И, наверное, вот этот матч запомнился больше всего мне.